Медсестра больницы оккупированной Макеевки, которая возле Донецка, рассказала правду, что происходит в операционных и кого Россия отправляет к ним на войну. Раненых много. Каждую смену везут. Везут, да. С операционной не вылазишь. Всю ночь до утра стоишь. Ампутация. Забито, да? Это ж потом все протезами надо делать, да? Ну, их же привозят. День-два им помощь оказали, их на Ростов вывозят туда. Они же все россияне, все же эти, с России эти там. С Дальний Север, Амур там, со всего аула. Последнего вот был, кто в те сутки была, привезли. 58 лет. Я говорю, какого пошли? Если ты на него глянул, там один овощ. А потом вовсе поделилась эмоциями о том, как оккупанты своих не бросают. 2 недели пролежал, гнить начал с опарышами. А где лежал-то? Ну где он лежал? Пока вывезут его, он военный. Ужас, опарыши ползали по нему? Уже опарыши гниют, жрут его, Военных привозят без денег, голодных и с кучей ранений. Вот такую правду узнают люди Донбасса, которые Путин пришел от чего-то освобождать.